Всем привет, с вами Лев, и сегодня, ребята, поиграю на сервере Hive MC в Майнкрафт в мини-режим Gravity. Да, ребята, в принципе, я уже записывал его больше года назад, представляете, да, как это много просто. Да, и в принципе, я сегодня в него поиграю. Суть мини-режима такова, то, что нельзя попадать на всякие препятствия, потому что ты умрёшь об них, об всякие блоки. Вот на этот блок я сейчас приземлюсь, я не умру. Видите, я 3 сердечка потерял. То есть я так могу... Но я, и дальше я умру просто на все, поэтому на них попадать нельзя. Надо попасть в воду и попасть в портал. Ой, что я ХП потерял, странно. Видите этот портал, да? Вот он как раз передо мной. Мы попадаем, и это, ребята, новый уровень, второй, да. То есть всего их тут 5. В принципе, ладно. Ребята, теперь я буду записывать ролики чаще, стараться, потому что, ну, где-то раз в день, раз в два, раз в три дня, вот так вот как-то, потому что все-таки лето началось, я не хочу, как в прошлом году, раз в неделю записывать видео, ну, там, раз в 5 дней где-то так записывал, прям как сейчас почти, да, то есть примерно так и записывал. Я не хочу так, я хочу чаще записывать, потому что все-таки лето, а летом ты как бы свободней, поэтому надо стараться чаще записывать. В принципе, ладно, окей. Давайте, давайте, давайте. Погружайся, Мик, ты что делаешь-то? Я ж не знаю, куда мне прыгать. Так, ну, достаточно легкий уровень. Кстати, по-моему, я его первый раз вижу. Хотя могу ошибаться. Так. Блин, я такой тупой, я въездился. Ладно. Кажется, я понял суть этого. Этого, ребята, я все понял, короче. Вот вода. Опа. Прыгнули, теперь сюда. Опа. И воду. Отлично. Просто умно. Все красиво, как надо. Так, опа, опа. Блин, промазал. Окей. Кто-то уже занял первое место. Блин, надо быстрее стараться. Я хочу попасть в топ. Да, тут есть рейтинг. Видите, у меня там справа все написано. Это, кстати, этот мини-режим я записывал в одних из самых первых, ребята, своих роликах. То есть где-то, по-моему, 5-й ролик это был или 4-й. Когда только начинал записывать ролики. На своем канале, вот этом, да. А чё так быстро все заняли прям? Нифига себе. Обидно как. Это, кстати, 5-й уровень. Да боже мой, ну Мих не прогружается. Ну я как должен знать, куда мне прыгать? Так, опа. Долбанулся, окей. Так. Опа, опа, опа. Хотя бы уже куда-нибудь. Где портал? Чё вы мне не говорите-то? Да блин! Я чё, последний, что ли? Это будет обидно. Я 9-е место. А сколько всего игроков? Я так понимаю, 12. В принципе, хорошо. Да. Надеюсь, вам понравится этот режим. Чё за хардкор мод? Фига себе. Кстати, давайте попробуем в следующий раз хардкор мод сыграть. Ну ладно, в принципе, окей. Как видите, тут появилось внизу какие-то мобы, что-то такое. Тут фейлы мои показываются, сколько я сдох. Это жестко, да. Поинты еще какие-то показываются. Это неплохо. Это неплохо, да. Раньше такого не было, когда я играл. А я играл, как вы знаете, давненько. Это тоже, по-моему, новый уровень. Такой я точно не играл. Окей. А-а-а! Блин! Блин, лоханулся. Я не понял, где вода. Все, я понял, короче, как убирать. Что такой первый уровень, самый такой сложный сразу? Обошло я... Бляха, ну все. А где портал? Нету портала. Все. Давайте назад. Отлично. Жесть какая-то. Да бляха. Давай. Да бля, ну задолбало, ну сколько можно? Не дают мне заточить просто. Я уже, блин, кучу роликов сейчас записывал, поэтому скип, отлично. Мне дали скипнуть, слава богу. Ну, блин, реально, уровень очень сложный. И самый первый уровень, самый такой сложный. Ну, реально, жесть какая-то. Вот это вообще с первого раза прошел, ну это же вообще круто. Отлично, блин, на самом деле сложные уровни какие-то мне попались сейчас. Жесть какая-то. Тут только 2 человека заняли места. Так, хорошо, давай. Эти самые, блин, это стрелы, да, в которые я, блин, попал. Ой, зомби там, круто. А чтоб тебя, не дают выиграть, не дают попасть, блин,
первое, третье, пятое, миллионное место. Блин, давайте, давайте. Я хочу в топ, ребят. Я хочу в топ попасть, давай. Оп. Естественно, уже кто-то третий занял. Офигенно вообще все. Лучше не бывает. Так, отлично. Давай, ну пожалуйста. Дайте скип, пожалуйста. Слишком сложно для меня. Хотя нет, уже не надо. Вот он портал. Тут еще пакуить надо. А если я вообще не умею пакуить, если я даже три блока... Это пиздец. Супер! Здесь просто навсего по времени не успел. Офигенно, ребят. В принципе, окей. Давайте включим хардкор мод. Так, это чё? Окей, давайте попробуем включить. Короче, ребята, не знаю, какой мини-режим. Давайте наберем, попробуем 9 лайков давайте наберем, и я выпущу следующую часть, да, по этому мини-режиму, потому что, ну, мне кажется, неплохой мини-режим, реально. То есть его можно записывать прикольно, достаточно. Поэтому ладно. Будем как-то... Буду стараться записывать все ролики как-то почаще. Да, в принципе, окей, я и так сейчас буду снимать часто летсплей свой, да, во время хардкора. Кстати, ребята, если вдруг не видели, то зайдите, посмотрите, там, лайк поставьте, все такое. Потому что у меня сейчас небольшая реально проблема с активом, и я очень хочу, чтобы как-то продвигалось хотя бы выживание. Вот это, да, время хардкора, у меня летсплей называется с модами. Может быть, вам понравится, я не знаю, окей. Welcome to Gravity, окей. Так, давай все погружайся. Сейчас игроки пропадут, они будут духами, да. Так, у меня хардкор режим стоит. А что это значит, я фиг его знает. Вроде как все то же самое. Ну, странно. Очень странно, окей. Все так же 5 уровней. Ничего не понял. Ну ладно. Давай. Оп. Я почти. Ну я не видел, ребят. Мне простительно. Я ничего не видел, и то почти попал. Портал отлично. Вот это называется нормальные уровни, которые сейчас были, которые возможно пройти. А не та шопа, которая была. Ой-ой. Чего? Всё. Фейл хардкор мод. Мне что, больше 10 смехтей нельзя было, что ли, сделать? Да, конечно. Все, ребят, я понял. То есть, типа, если у тебя есть хардкор мод, ты должен меньше всего смехтей делать, потому что ты, ну, проиграешь тогда, да, окей, я понял. С 1 июня, там, все такое, как бы это прикольный праздник такой, да, все лето тебе можно делать, что хочешь, все такое. Буду стараться снимать ролики чаще, да, вот реально буду стримить, возможно, я постримлю даже сегодня, может быть, завтра, не знаю. Всем спасибо, пока-пока!